фэн-шуй, чуваки, добро пожаловать на элитный канал. Тема нашей сегодняшней передачи, нашего сегодняшнего включения следующие: наушники совсем охуели. Наушники в натуре просто петухи конченые. Это просто, я не знаю, каким словом еще назвать, чуваки. На прошлом стриме, который назывался «Курим кальян, читаем чат», мы, значит, разбирали видос канала «Научпок», вот, про гороскопы там и всякое такое. И я уж хотел выложить нарезку на основной канал для того, чтобы выложить, короче, эту всю хуйню, показать, вот, типа, разъебали наушников, типа, вот, пожалуйста, короче. Вот, но вот этих наушников нельзя же разъебать, их нельзя разъебать, потому что вот это видео, оно заблокировано, то есть, видите, вот, пожалуйста, пришла хуйня, и в которой, пожалуйста, написано, что... Мой видос заблокирован, значит, мой видос заблокирован, вот этот стрим, за то, что я, блядь, смотрел этот канал «Научпок», и я делал на него реакцию, и, в общем, это, знаете, это к вопросу о том, что почему, знаете, типа, астрологи не отвечают на претензии всякие, да, ну, на самом деле, отвечают, но просто... Почему так много людей, которые вот верят всяким научпокам, да, и при этом, допустим, мнение астрологов, они вообще даже не знают, что оно существует, да, потому что вот эти научпоки наклепали своего скудоумия, значит, про гороскопы, да. Вот, и как только астролог садится, блядь, отвечать на вот эти все претензии дебильные, да, приходит астрологу, значит, оповещение о том, что нехуй вам вот это смотреть, это, короче, блядь, запрещено, мы вам заблокируем, блядь, ваш видос, потому что вы нарушили авторское право. Вот, это очень научно, блядь, очень логично, очень научная, логичная позиция, чуваки. Научники просто охуели, чуваки. Какого хуя научники ведут себя так ненаучно? Вот объясните, то есть, блядь, где научная дискуссия, блядь? Где вообще какой-то плюрализм мнений, да, в конце концов? Нет, они просто снимают хуйню, просто снимают какую-то хуйню, да? И если ты сделаешь на них реакцию, то ты просто вот пойдешь как бы нахуй, да? И мы просто сказали тут какую-то хуйню, мы не хотим отвечать за наш базар, да? Мы просто пошлем нахуй любого, кто начнет нас разъебывать просто, вот. Просто будем блочить видосы. Очень логично, очень научно, вот, и вы еще меня спрашиваете, чё я так не люблю научпоперов, чё я так не люблю, блядь, науку, да, блядь, вообще, в принципе, потому что такие люди, как вот и такие каналы, они просто позорят сам научный метод, блядь, про них мало того, что хуйню рассказывают, только они еще и, блядь, как только ты снимешь видос про то, что они, сука, рассказывают хуйню, пожалуйста, видео будет заблокировано, вот такой вот плюрализм мнений, чуваки, вот такой. Такой вот, блядь, пиздец. Это просто, блядь, зашквар, я считаю, со стороны, блядь, научного мира, блядь. И сейчас мне придут рассказывать про то, что, блядь, ну ты знаешь, Лизард, блядь, есть нормальные научники, есть, блядь, низкудоумные научники. И вообще эти, ну, джоперы, они в натуре охуели, а вот настоящая наука не говно, короче. Ну, настоящая наука не говно, ну а эти чуваки, они не имеют отношения к какой настоящей науке. Что, блядь, что это вообще за говно? Разве это вообще научно просто брать и затыкать рот своим оппонентам? То есть, получается, этот ролик нельзя никак разъебать просто потому, что вот они запретили, то есть они запрещают высказывать мнение другим людям по поводу того, чего они снимают, да? Ну, я уверен, что если даже попытаться этому научпоку написать в комментах что-нибудь противоречащее общественному мнению по этому вопросу, то, наверное, вас тоже там забанят, потому что это очень научно просто затыкать рот всем, кто против тут нашей великой науки.
Ну, чуваки, как я и говорил всегда, вся вот эта вот наука, это просто, блядь, ебучая секта, короче. Да, я сейчас обобщаю до такого, я все абсолютизирую, да, что вот вся ваша вот так называемая этот весь научный эгрегор, блядь, который я наблюдаю на этом ютубе, в доминирующих позициях оказывается всегда какое-то вот такое науковерческое скудоумие, которое, ну, нихуя у меня не вызывает никаких точек соприкосновения, ощущение, что там есть точки соприкосновения вообще настоящие вот этой вот true науки, потому что вот этой true наукой, по-моему, вообще никто не занимается. Покажите мне хоть один канал, который занимается true наукой, а не вот этим пиздоблядством. Вот просто покажите мне, чуваки, вот можете в комментах написать, кто тут занимается true наукой, а не сраньем на гороскопы, короче, с абсолютно скудоумной позицией, при этом еще и блокируя, значит, видосы, если ты снимешь критику какого-то этого явления. Вот. Научпоперы петухи, короче, чуваки, инсектоиды, недостойные люди. И, короче, что еще тут надо сказать, чуваки, что еще надо сказать? Мне надо еще время потянуть, на самом деле, чтобы просто это самое, был побольше хронометраж. Давайте я, может быть, песню сыграю, блять, то я не знаю, что мне еще сказать. Научпоперы петухи, научпоперы петухи, научпоперы петухи, научпоперы петухи. Ермес пришел, ебаная твоя жопа. Ладно, чуваки, фэншуй, слава Лизарди, пока-пока. И подписывайтесь, стоп, кстати, подписывайтесь, блядь, на паблик ВКонтакте мой, я ссылку на него оставил в описании, и там, блядь, я выложу в видеозаписи Лизарди, и там как раз ссылку на этот гребаный видос, где мы разоблачаем ебучий научпок, этот обосранный в жопу чпок, короче. Вот, на этом я свою речь пламенную заканчиваю. Фэншуй, слава Лизарди, пока-пока.